Компания «Стройдорымаш Астана» производит машины из комплектующих частей совместного предприятия двух крупнейших мировых производителей спецтехники – корпорации «Русские машины» и «Тирекс». Пока в Шымкенте представлены три дорожные машины, собранные в Астане. Здесь на данной, так сказать, презентации представлены экскаватор-погрузчик РМ ТЛБ-825 и экскаватор, будем так сказать, нового поколения – ТВЭК-140. Вот. Они полностью соответствуют мировым брендам, мировым стандартам и стандартам казахстанских стандартов, потому что мы получили сертификаты из ТКИЗ, нас очень тщательно проверяли, смотрели. Вот. Мы получили сертификат соответствия таможенного союза, как на серийный выпуск. Вот. Поэтому сегодня мы здесь представляем эти машины. Эти экскаваторы-погрузчики способны быстро и качественно выполнять множество строительных работ, от разработки котлованов и рытья траншей до погрузки различных материалов. Всего же ТО «Стройдормаш Астана» выпускает 8 видов дорожно-строительной техники, в том числе колесные экскаваторы и автогрейдеры среднего, полутяжелого и тяжелого классов. Для своих потенциальных клиентов компания предлагает полный спектр технического обслуживания. ТО «Стройдормаш Астана» полностью ведет гарантийное, послегарантийное обслуживание данной техники. Просим к нашему Дастрахану, специально для вас компания приготовила... Поставляем запасные части. Наш сервисный центр укомплектован специалистами, которые могут произвести ремонт, диагностику, обслуживание данной техники. То есть мы ведем полное техническое сопровождение данной техники. Приобрести технику в ТО «Стройдормаш Астана» можно в лизинг и в кредит. Ее представители провели переговоры с некоторыми казахстанскими банками, и такие услуги в случае необходимости теперь доступны для клиентов компании.